Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Ванам Манухар Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевач Патитананг Павуне Бхавишна Бибьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайта Гирим Ятки Патамаханг Банди Парама Ананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагодваруна Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхаспадам сивабхиринчанутам сараньям Бхеттатихам панутапал бхападдипутам Банде махапурушате чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатай Биспуриджитакимапикапавадушвадарши Пурнану рагура сасагура сарамурти сарадхикамай кадакам кароши. Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламмита бхужау канука будату Шанкиртаной капитару камала хитакшо Вишам бару дижавару жугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бутару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушита бама бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Барану сипурапати бхаджави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир жасвача бхакшаси Джасасти хидай самбид пам нишинга махам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Наиват ману прабхурайам нижалаб пурно Наиват ману прабхурайам нижалаб пурно
Manam jana davidusho karuno vinite jati jati jano bhagavate vidadhita manam tachyatmane pratimukhasya jatha mukhasi naivatmano prabhurayam nijalab purno manam jana davidusho karuno vinite Jad jad jano bhagavate vidadhi tamanam tachyatmane pratimukhasya jatha mukhasri Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: мы крошечные души, чидатмы. Нас бесчисленное количество, а Бхагаван — Ананта. Как же обусловленная душа может прийти в отношения с Бхагаваном? Маленькая, крошечная джива, частица чит, а Бхагаван является бригу читания, хари Ананта, хари руб Ананта. In this condition, how at all it is possible for a bonded soul Бхагаван безграничен. Как же обусловленная душа может установить с ним взаимоотношения? It is written in Gita and different shastra. В Гите и других шастрах сказано, that chidatma, you know, balagra bhagasyo, shatobhagasyo, shatodha kalpitasyo. Что если разделить кончик волоса на сотню частей и затем эту часть, одну из этих частей, поделить на несколько частей, получится размер дживатмы. Он меньше, чем вирус. Так как же может такая крошечная душа установить отношения, служить Бхагавану? Так вот, все шастры устанавливают, что Бхагаван является бригу чайтанья. Он источник всех атм, всех душ. Четонас-четонанам эко-бахунам джавидвадати-кама. Нитто-ниттанам. All нитто-васту is all original cause of all нитто. Он изначальная причина всех нитья-васту. In that case, Bhagavan is the source of everything. And Bhagavan is the controller. Источник всего и повелитель всего. And jiva can survive, practically can survive by seva. Единственный способ для дживы выжить — это служение, потому что она изошла из Бхагавана, как сказано в Гите. Она также санатан, она также вечна. Поэтому совершенно точно, что все дживы находятся под контролем Бхагавана, под управлением Бхагавана. Повсюду об этом говорится. В Бхагаватам Бхагаван напрямую или косвенным образом управляет дживами. Так как же установить сладостные отношения с Бхагаваном? Конечно, для этого необходимы подобающие условия. Когда перед нами крошечными частицами предстает, то есть когда перед нами предстает какой-то огромный объект, мы можем увидеть лишь его часть, мы не можем разглядеть его целиком. Глаз может охватить лишь часть этого большого целого. Только если fine object I cannot see. Если
И также джива не может, человек, мы не можем видеть что-то, что находится на большом расстоянии. Поэтому так сложно для нас увидеть Бхагавана. Прабхупад говорит, что если 14 lakhs of time more bigger. Взять в пример Солнце. Солнце в 14 раз больше, чем Земля. В 14 лакхов раз больше, чем Земля. Then now question, where is Sun God? Sun God is there? Мы видим Солнце на небе. По своему размеру Солнце невероятно огромное. Тем не менее, мы видим его не таким большим. Если бы Солнце приблизилось к нам, если бы хотя бы наполовину того расстояния, которое разделяет нас с Солнцем, оно приблизилось, мы сгорели бы. Потому что произошла бы нуклеиновая реакция, и Солнце спалило бы все. На Земле бы не осталось жизни. Тем не менее, если Солнце слишком отдалится, у Земли не будет солнечного света, и точно так же не останется жизни на Земле. Таким образом, Бхагаван устроил так, как мы видим это сейчас. Поэтому мы должны быть благодарны Ему. Он разместил Солнце на таком расстоянии, что оно не сжигает нас, и в то же время мы не замерзаем от холода. Как удивительно устроил Бхагаван, как замечательно. Он предусмотрел и точно так же мы должны находиться на подобающем месте в отношениях с Бхагаваном. Пока мы находимся под руководством ложного эго, пока мы горды, мы не сможем установить таких отношений, не сможем занять правильное место. Несмотря на то, что для нас, крошечных душ, невозможно установить отношения с Бхагаваном, с огромным целым, с бесконечностью, тем не менее, сам Бхагаван устраивает все таким образом, чтобы дживатма все-таки пришла во взаимодействие с ним, установила отношения с ним. Бхагаван создает необходимую обстановку, чтобы джива достигла его и вступила в игру с ним. Как же он сделал это? Баладевджи Махарадж проявляется нам, для нас, как наша Гуруварга, как наши духовные учителя. И через них, благодаря им, благодаря подлинному Гуру, который не зашел сюда с трансцендентного мира, чтобы помочь нам, мы можем вступить во взаимоотношения с Бхагаваном, мы можем обрести отношения с Ним. Гуру, Шри Гуру, принимает падшую душу и обучает ее отношениям с Бхагаваном. И благодаря ему мы можем занять
подобающее место в отношениях с Бхагаваном. Потому что между нами, между мной и Бхагаваном стоит Гурудев. Сначала Бхагаван, потом Гуру, а потом мы. Наше материальное видение называется пракрита даршан, материальное видение. Но в действительности, после получения дикши, мы должны обрести трансцендентное видение, а пракрита. И когда преданные заявляют, что они получили дикшу 30 лет назад, тем не менее до сих пор не обрели видение трансцендентного, а пракрита даршан, они до сих пор видят вокруг себя лишь плоть, испражнения и так далее. Удивляются такому, удивляются. Так, встает вопрос, что же это была за дикша и что же за баджан я совершал? Пока в нас присутствует анартхия, Прабхупад и Шастры говорят, что мы не сможем начать подлинный баджан. Так почему бы не стать искренними? Почему бы не избавиться от анартх, для того, чтобы наконец начать харибаджан? Если сегодня мы начнем его, завтра мы достигнем нашей цели. Все дело в анартхах. Прежде всего, необходимо избавиться от них. Как я уже говорил, сначала баджана крия, потом вы избавитесь от анартх, по милости гуру, и затем вы войдете в садана бхакти, вы сможете совершать служение. Садана бхакти. И сейчас нам необходимо достичь этого уровня. Когда мы начнем садана бхакти, у нас появится вкус к святому имени, к Харинаму. Мы будем закрывать наши глаза и идти пойдем во Вриндаван в уме. Если таким образом, это яркий признак. Если кто-то совершает садана бхакти, у него есть вкус к Харинаму. Как мы знаем, Гурупад Падма является связующим, является посредником, при помощи кого я могу видеть трансцендентный мир. Через Гуру Пада Падму я вижу все. Я смогу увидеть трансцендентный мир. Таково правило. Это правило должно быть соблюдено. Если ученик отодвигает гуру и пытается сам увидеть, что есть трансцендентный мир, он будет обманут на 100%. Это так. Те, кто руководствуется собственным умом, не принимая прибежище у гуру и вайшнавов, никогда не достигнут успеха. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна, ее произносит Прахлад. Вы думаете, Бхагаван в чем-то нуждается? Он испытывает какое-то недовольство? Так что он обратится к вам зачем-то, будет что-то у вас спросить?
Бхагаван Пурна Васту. В нем, у него нет недостатка ни в чем. Тем не менее, благодаря своему великодушию, он позволяет нам служить ему. Прахлад Махарадж говорит тебе, о Господь, ничего не нужно. Тем не менее, по своей милости ты приходишь к человеку либо в форме божества, либо в форме дхамы, либо в форме прасада. Прасад нужно почитать так же, как если бы мы почитали самого Бхагавана. Не нужно думать, что прасад отличен от Бхагавана. Нельзя ни на йоту меньше выражать почтение прасаду, чем божество. Если вы будете делать так, тем самым вы приглашаете в свою жизнь Ямараджа. Точно так же необходимо выражать такое же почтение гуру, как и Бхагавана, да даже больше. Гуру нужно почитать даже больше, чем самого Бхагавана. Потому что для нас гуру — это больше, чем Бхагаван. Он посредник, через кого я могу увидеть Бхагавана, встретиться с Бхагаваном. Лишь через него и никак иначе. Ты всегда самоудовлетворен. Лишь по своей беспричинной милости ты даешь возможность обусловленным душам. Ты говоришь им: «О, поклоняйся мне, поклоняйся моему божеству». Или: «Я тут перед тобой в форме Гурудева, служи, служи». Бхагаван приходит как Гурудев и принимает служение. И Гурудев также пурна. Завтра день явления Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа и день ухода Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа. Возможно, мы продолжим эту тему. Ачарья Мамбиджани, Бхагаван принимает форму гуру и приходит к нам. Люди поклоняются тебе, предлагают тебе поклоны, а ты, смеясь, принимаешь, хотя тебе ничего не нужно. Для того, чтобы помочь людям. Прахлад объясняет, что в зависимости от того, с каким настроением мы придем к гуру и вайшнавам, то же самое мы получим в ответ. Точно так же, как если мы встанем перед зеркалом. Зеркало в точности отражает то, что вы из себя представляете. Оно не изменяет вашу внешность. Если вы в злом настроении, то вы увидите подобное отражение. Если вы в хорошем расположении духа, вы увидите
Именно это. Точно так же, как люди, в каком настроении человек приходит к тебе, то же самое ты, он получит в ответ. Если он приходит с вожделением, с камой, он получит то, что несет тебе. А если он придет с глубокой любовью к тебе, ты наградишь его этим же в ответ. В Веданте также дается такое объяснение, такой пример. Поэтому мы должны быть очень внимательны, в каком настроении мы совершаем служение. Когда мы совершаем парикраму, мы должны воспринимать ее как служение, не как нечто материальное. Итак, прежде я рассказывал о том, как совершать парикраму, о том, что мы должны быть наполнены энтузиазмом. Совершать парикраму нужно с таким настроением, что не сегодня, так завтра мы обязательно встретимся с Бхагаваном, потому что он милостив, он бхактаватсал. В нем ему присущи все качества, бесчисленные качества. Но самое главное его качество — это то, что у него есть любовь и привязанность к своим преданным. Я под контролем своих преданных, говорит Господь. В первой главе Шримад Бхагаватам, первой песне, никто не может управлять Бхагаваном. Никто не может контролировать его. Но он сам утверждает, что я нахожусь под управлением своих преданных. Итак, вчера мы посетили Бахедж, то место, куда приземлился Индра с молнией. Мы говорили о том, что если пройти вперед, вы увидите Кунду. Рядом с ним находится старинный мандир, 200-300 лет ему. Оттуда вам нужно пойти вперед. Как я говорил, дорога соединяется с Матхурой. Длинная дорога. Когда вы выйдете из этой деревни, из Бахедж-Гаона, вы выйдете сразу же на главную дорогу. По ней нужно идти долго. Если вы и в процессе вы дойдете до Парамадоры. По пути будет много кунд. From Paramadora, if you like to go to
Kama, but directly you can go to Kama. First of all, you have to go to Dig. Dig is one city, important city. По пути вы должны зайти в Диг. Это важный город во Враджа. Оттуда вы отправитесь в Камьяван. Можете отдохнуть там, остановиться на ночь. Там находится большой храм Лакшмана. Лакшманы и Урмилы, жены Лакшмана. Он частный, они, его, те, кто служат там, не позволяют остаться там на ночь. Мне как-то они позволяли, но, как правило, они не разрешают. Однажды я пришел туда поздно, мне некуда было идти, поэтому они разрешили переночевать там. Я совершил парикраму, предложил свои поклоны. Там же находится большой рынок. Там есть и овощи, и фрукты. Итак, я отдохнул в Лакшманджи Мандире. Храм большой. Если хотите получить даршан царя Бхартпура, вам нужно пройти около 2 километра, и вы увидите огромный дворец. Рядом находится Кунда. Очень красиво там. На самом деле он был вайшнавом. Он построил много храмов и был замечательным преданным. Поэтому, если вам интересно, вы можете посетить этот дворец. Затем вы придете в форт. Это защитная крепость, из которого можно обороняться в случае нападения врагов. Как правило, вокруг форда всегда устраивают водоемы, чтобы враги не смогли пробраться внутрь форта. И вход туда засекречен, так чтобы враги не отыскали. Оттуда можно вернуться назад в храм Лакшмана. It is also deep, no problem. So from there, you will have to go. Now you go left hand side to take darshan of king's palace and deity there. Then again you will have to come back, and you will have to go now this Lakshmanji temple just back side. Затем вам нужно будет вернуться назад и дойти до Кама. Там вы увидите Кришна Кунду и Парамадору, как я уже говорил. Кришна очень любит это место. Там пруд, кругом фрукты, цветы. Парамадора называется это место. В переводе оно означает это место, где Кришна выражал свою любовь к Гопи.
Поблизости Кришна пас коров, принимал омовение и совершал различные игры. Поблизости есть мало кому известный храм. Храм небольшой. Он не принадлежит нашей сампрадае. Возможно, это Нимбарка сампрадая или подобное. So I go and stay there in the one Hanuman Mandir inside. Я останавливался там, в Хануман Мандире, который находится поблизости. Там есть большое пространство, и там я ночевал, раскладывал подстилку, которая у меня была с собой. И там, в этом месте, живет Урия Баба, который присматривает за ним, этот преданный из Арисы. Рядом с храмом, с входом в храм, находится большой крематорий. Вы можете испугаться этого. Там сжигают мертвые тела, и, возможно, много духов, много привидений там. То есть совсем рядом, и крематорий огромный. Если вы совершаете хороший баджан, хорошо занимаетесь духовной практикой, вам ничего не грозит. Но в противном случае вам может стать страшно. Если вы пройдете вперед, вы очутитесь на Наяна Сароваре. Это озеро образовалось из слез Радхарани. Все саровары, такие как Прем Саровара, Наяна Саровара и другие, очень значимы, очень знамениты. Поблизости находится храм Нимбарка Сампрадая. Это храм Нрисинга Дева. Там также там нет места, где остановиться. Там открытое место, куда могут приползти змеи. Поэтому там небезопасно ночевать. Если пройдете дальше, окажетесь в Ади Бадри, но до него нужно долго идти, а затем возвращаться. Идти 10-12 километров, а то и 15. И через 15 километров вы дойдете до Бадринатха. Дорога непроста, она усеяна камнями. В то же время много подъемов и спусков на пути. Там живут замечательные браджаваси, браманы, которые готовят сабджа, чапати и распространяют среди саду. Очень вкусно они готовят, они чистые браджаваси. Every year I think no. Especially some year somebody doing.
Возможно, они не каждый год устраивают такие раздачи, но так или иначе. Затем витиеватая дорога с спусками и подъемами ведет к следующему месту, но на пути вы увидите много храмов. И оттуда, то есть вы достигнете Бадринараяна, как я уже рассказывал, когда Нанда Махарадж захотел совершить паломничество по священным местам. Он сказал об этом Кришне. Сейчас уже время наступает, я уже в возрасте, мне нужно посетить, совершить паломничество по святым местам. Кришна удивился, зачем тебе куда-то идти? Все места паломничеств находятся, пребывают здесь. Здесь, удивился Нанда Махарадж. Да, я покажу тебе. Зачем тебе тратить столько сил и куда-то ехать? Пойдем со мной, я покажу. И тогда Кришна провел отца по всем местам паломничества. Во Вриндаване, в Брадже. Дроначал Парват и множество других священных мест. Харидвар, Лакшман, Джула и остальные священные места находятся там. Их не найти, если вы не знаете о их месторасположении. Тем не менее, они находятся во Врадже. И там настолько прекрасна природа, настолько хороша, что хочется остаться там навечно. Я наслаждался ей, как будто бы пил амриту. Холмы. И я не чувствовал усталости, я с удовольствием шел, с полным энтузиазма. Откуда взяться усталости? Кришна наделяет нас всем во время паломничества. Он может дать витамины, все, что необходимо для организма. Если вы пройдете вперед, наконец вы дойдете до Йога Майя Мандира, до храма Йога Майи. И уже оттуда вы попадете в Бадринараян. Это очень холмистая местность. И там, на холме, находится божество Бадринараяна с четырьмя руками. Слева находится Удава Махарадж, Ганапати Махарадж, справа Лакшми, также на алтаре. Вы можете совершить парикраму вокруг. Порой я оставался там на ночь, на веранде. Иногда я оставался внизу. Там есть места для саду. Тем не менее, нет туалетов и ванных комнат. Чтобы сходить в туалет, нужно идти на большое расстояние, спускаться, выходить подальше, уже за пределы области Бхагавана. Во Вриндаване нет никаких материальных удобств, не к чему ожидать увидеть их там. Хотя люди стараются, но невозможно там этого найти.
Бадринарайане в настоящем, то есть в Бадринарайане, которая в Гималаях, находится кунда. И точно такая же кунда находится здесь, во Врадже. Там есть большая кухня, где браджаваси готовят, предлагают Бадринарайане. И затем много-много саду принимают прасад. И не только саду. Все, кто хотят. Ежедневно есть человек, который ежедневно делает по 500 чапати, потом распространяют их. Когда большие парикрамы, нужно по 20 тысяч чапати делать. Так вот, если 20 тысяч человек, если каждому по 2 чапати дать, это сколько нужно сделать? Там замечательное место для отдыха. Если вы хотите остаться там на ночь, вам понравится. Но если вы не знаете, где находится, то есть если нужно знать, где находятся все эти тиртхи, там же есть и Ганготри, и Ямунотри, тот самый источник, откуда, где зарождается Ямуна. Все есть во Врадже. И Майнак Парват, и Дроначал Парват. И Парват означает холм. Их описание есть в Махабхарате, в Бхагаватам. Помимо всего, там есть место, где совершал баджан Ригу Риши. Он совершал суровые аскезы. Однажды Радхарани попросила Кришну: «Проли, пожалуйста, милость на Ригу Риши». Бхагаван сказал: «Да ему это не интересно, он созерцает меня в своем сердце. Он уже, я уже в его сердце, он уже со мной». Но Радхарани сказала, что, может быть, я постараюсь с ним поговорить. Если сейчас вы закричите так, там эхо повторит ваш голос. Сами вы вряд ли найдете эти места. Бадринарайан слева, но для того, чтобы посетить следующее место, нужно пройти на близлежащий холм. Там полно колючек. Все в колючках. Если вам повезет, вы сможете пройти, найти место без них и пройти. А, то есть это как раз-таки дорога до места Баджана Ригу Риши. И с этого холма можно увидеть, то есть открывается вид на многие священные места, потому что это находится на холме. Рядом находится место под названием Харинкой. Между холмами некоторые ущелья, и там гопи ночь напролет искали Кришну. Это место описано, упоминается в Гопи-гите. Точнее, они пели Гопи-гиту и именно там искали Кришну. Когда они видели оленя с прекрасными глазами, они обращались к нему и спрашивали: «Может быть, ты видел Кришну? Не мог бы ты показать, куда он ушел?»
So the deer can say, Nishvay Krishna Gaur. So they are asking. That is called Harin Khoi. То есть они находятся в таком безумии, что думают, что олень покажет им, укажет. Всю ночь они ищут Кришну. Поэтому это место очень важно для нас, значимо. Поблизости находится Ганготри, то место, где зарождается Ганга. Также поблизости Ямунотри. Лакшман Джола, Рам Джола. 25 лет назад там произошло чудо. Холм начал источать молоко. Холм, где находится Ганготри, стал источать молоко. Саду Вриндавана пришли туда, чтобы увидеть это чудо. И все видели. Даже в Радхакунде появилось молоко. Ученые так и не смогли объяснить этот факт. А Радхакунда имеет связь со всеми тиртхами, потому что все тиртхи пребывают в ней. Итак, наш мозг не может понять такие чудеса. Как это возможно, что так просто проявляется молоко? Появляется. Это за пределами логики. Нет на это ответа. Такие лилы являет лишь Кришна. Нараян подобного не делает. Таким образом, вы будете чувствовать огромное удовольствие, не внешнее, но внутреннее. Я не хотел покидать это место. Мне очень нравится там. Я повторял там харинам, как безумный. Иногда там становится очень и очень холодно. Принести туда какие-то... То есть невозможно с собой носить одеяло, большое одеяло, теплое одеяло. Все это нужно, то есть много теплых вещей с собой не унесешь. Потому что на парикраму нужно брать только необходимое. Поэтому мы должны приспосабливаться, быть готовыми жить в суровых условиях. Получили просад, хорошо, а не получили, ничего страшного. Нужно взращивать в себе такую выносливость. Когда вы ночью посмотрите, увидите вид с этого холма, когда еще и полнолуние, там такой вид, что кажется, что вы спите, как сон. Так красиво, ни звука вокруг. Настолько тихо, что... Очень тихо. Если ваш ум спокоен, вы сможете наслаждаться этим видом. Если есть в сердце кама, вожделение, ничего не выйдет. Когда нет вожделения, вы свободны, вы чувствуете, что вы один, и нет никого в бесчисленных мирах. Я единственный, я один. Нет никого.
что только лишь Бхагаван со мной, и нет больше никого. И такое одиночество очень важно. Та татва, которую вы сейчас слушаете, может проявиться в вашем сердце, если вы окажетесь в таком, достигнете такого состояния. Вы обретете татва даршан. На утро нужно отправляться дальше в путь. В противном случае, если вы будете идти слишком медленно, если вы будете подолгу задерживаться в разных местах, парикрама займет слишком много времени. Итак, нужно спуститься с холма. Я после арати сразу уходил, повторял какие-то, повторял стотры, и затем шел, долго-долго шел через деревни, деревни, деревни. Затем вы придете в деревню под названием Пашупа. Там на высоком холме стоит храм. Теперь вы из Бадри... То есть вышли из Бадринараяны, и теперь вы движетесь к Кедарнатху. Кедарнатху. Большое расстояние между этими местами. Нужно быть достаточно сильным, чтобы преодолеть его под палящим солнцем. Как правило, я поднимался в это место, Пашупа. Люди поклоняются там Махадеву. Но на самом деле Пашу указывает на Дживу. Если вы получите даршан божества, затем спуститесь, и вам нужно идти опять очень долго. Придете в деревню, там есть божество Махадева, очень старинное. Я находил молоко, воздевал на божество. В этом храме поклоняется саду из Арисы. Он хорошо знает меня. Когда я посещал Арису по приглашению преданных, мы встречались с ним там, поэтому он меня знает. И я оставался там также на ночь. Махадев прекрасен, он настолько гладок, что как будто бы стекло. И дальше вам придется идти по полям, дороги нет, идти долго. Долго, я говорю, как, это как минимум 15 километров от Бадринараяны до Кедарнатха. Если, ну, можно где-то по пути остановиться, чтобы отдохнуть. Но, как правило, преданные идут напрямую. Камьяван — самый большой лес из всех лесов. И Бадринатх, и Кедарнатх находятся в этом лесу.
Кедарнат находится на очень большой возвышенности, на холме. К обеду, может быть, до обеда вы дойдете, в зависимости от вашей скорости. Мне очень нравится это место. Я обычно останавливаюсь там. Там живет саду, у которого нет ноги. В прошлом пришли разбойники, завязалась драка, и в ней они обрубили ногу у этого бабы. С тех пор он передвигается на одной ноге. Он позволил мне готовить на кухне. Я не мог принимать их прасад, потому что они не вайшнавы, я готовил сам. Овощей там достать негде, там одна картошка, дай бог. Нет даже чили. Этот саду лично построил храм Раме, Сите, Лакшману и Хануману. Я не разговаривал с ним, возможно, он из Рамануджа Сампрадаи. Но, тем не менее, главный храм находится чуть выше Кедарнатх. Внизу находится Кедаркшетра, где располагается кунда под названием Алакананда. Также Алакананда есть в Гималаях, но и здесь она также присутствует, во Враджа. Там в кунде можно принять омовение. И если у вас есть емкость для воды, вы можете набрать воды и полить на божество наверху. Я удивился. Первый раз я встречал Алакананду в Гималаях, а тут, по милости, она пришла сюда, во Враж. Вы можете набрать воды. И там чудесным образом растут цветы, которые любят больше всего Шанкар Бхагаван. Мы срываем их, омываем в воде, затем поднимаемся на холм и предлагаем божествам. 15-20 лет назад я разговаривал с одним пожилым человеком, и он как раз тогда жил. Это был, там был его храм, теперь он пожертвовал его Девананда Гаудия Мадху. Он приглашал меня, дал мне возможность жить там какое-то время. Я там целый год. Целый год он меня просил, пожалуйста, приходи и живи тут. Miracle. All parikrama done, nowhere he becomes sick.
Этот пожилой саду отправился со мной на парикраму. Он взял с собой своего ученика, который был местным деревенским доктором, и он каким-то чудом пошел со мной, хотя он шел с палочкой и был в почтенном возрасте. Тем не менее, мы дошли до Кедарнатха. И он, тогда он сказал, я не смогу подняться высоко на холм. Я сказал ему, ну это только выглядит, что так далеко. Я пытался его вдохновить. Есть короткий путь, я вам покажу. Он не был готов подниматься. Тем не менее, он начал подъем по ступенькам, запыхался и уже почти подошел, и все говорил, я не смогу дойти, не смогу. Но я настаивал, это совсем близко, я помогу, пойдем. Когда он дошел до последней ступеньки, и лег прямо на холм. Так или иначе, он поднялся, получил даршан. Особенность Кедарнатха в том, что если вы будете подниметесь на холм, вы увидите весь Брадж, весь Камьяван. Потому что холм очень высоко. Там пещера, куда нужно забираться ползком. Она очень маленькая. То есть Шанкар, божество, находится именно в пещере. Нужно заползти туда на коленях, палить на божество, на... и затем выйти. Мне очень нравилось это место, и я всегда старался задержаться там подольше. Там есть камень, куда я садился, повторял харинам и поражался видом. Поблизости находится Деви Мандир. Затем вы можете спускаться. Но мне не хотелось спускаться, я всегда задерживаюсь там подольше. Как правило, я прихожу туда на... То есть 2-3 раза за раз я поднимаюсь в этот храм, имеется в виду, на этот холм, чтобы получить даршан. Теперь нужно идти 20 километров. На сегодня мы остановимся. Завтра мы поговорим о Чаран Пахаре, где находятся лотосные стоп, отпечатки стоп Кришны. Постарайтесь увидеть сегодня во сне то, о чем мы говорили. С того места нужно будет начать путь до главного Камьявана. Завтра мы поговорим об этом. Jagjad jano bhagavate vidadi tamanam
Ванчакальпатуру Шри Паса. Патитану Бхаванапури.